Ты таинственный, где ты, милый единственный со мной? Такой луфт. Когда ты мне приснилась, я все придумал сам. Малина тихо опустилась. Луна, луна, луна. Я тебя не погасил, свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Что же, господа, звук поставил, распелся еще, когда ходил за пирожками с утра, не поленился в то кафе. Очень вкусные пирожки там, я их 6 штук взял. И вот песню такую хорошую слушаю, давайте еще раз ее послушаем. Такая вот мозаика интересная на полу. Да, на тапок снимаю, ребята, в комментарии. А я не знаю, почему так раз нет-нет, да с краев так черные окажутся. Так, а в эту сторону. Вот мы будем на 7-ю Советскую. Это 30-й дом, корпус. Ветер, или что-то такое. У меня, кстати, есть ведь это селфи-палочка. Ну да ладно, что там селфи-палочка. Хотя с ней очень даже прикольно. Вот я, значит, тут кружился однажды. И понял, что я заплутал. Думал, что вот там дверь-то, она похожа. Они похожи, эти двери-то. То есть это как бы обычно парадная, я такой раз, вроде бы она, туда сунулся, а нет, оказывается, сверяю, там решетки на окнах, понял, что не здесь, ну и короче, пошел туда, значит, по перекрестку так немножко, и сразу увидел еще одну дверь. А вот эта парковка, куда я хотел встать, здесь шлагбаума нет, очень много везде шлагбаума, а вот здесь его нет, сейчас я вам покажу. Но было ли тут место, я не знаю. Вот здесь вот такие вот частные как бы перекрыты получается такими металлическими штуками. Но я думаю, здесь местечко можно было найти. Я просто гляну, можно ли бы было. Вот здесь можно было встать. Вот здесь можно было встать. Дворик-то большой, просто на будущее так гляну. Там вот можно было где-нибудь куда-нибудь, чего-нибудь. А здесь даже вот есть паркинг. Подземный получается паркинг. Вот. Но туда, конечно, сложно попасть. Да, но здесь местечко может быть одно есть. Но такое. Возле помоечки такое очень тесное, стесненное, да, вот там. Но так, на крайняк можно было встать. Ну ладно, я уже там встал, не так далеко. И вот еще местечко здесь было. Бляха, лужа, ёлки. Вот там еще местечко было, вот там сзади меня. Тоже можно было встать. Ну все, переставлять уже не буду, потому что все это ни к чему надо будет. Ну тут тоже недалеко, поэтому ерунда. Главное, все поставил, звук добрался, все выставил. Такой сбор пластика. Отдельно все. Один там мужичок на югах где-то из пластика всякие поделки для туристов делает.
метлы там всякие, веники, ну все, что нужно, там тоже так прикольно. И все это продает, то есть из полиэтиленовых вот этих вот пустых полторашек. Всякие такие, ну, штуки, всякие поделки. Ну, очень даже молодец. Так, ну вот, значит, иду на седьмую, на пятую, значит, советскую, через Лапландию и, в общем, к храмику. Не к этому, кстати, хотя можно и зайти вот сюда. Не был я, пожалуй, надо зайти. Вы со мной? Тогда поехали. Вороны закаркали. Так, поснимаем, что тут. Воскресение Христово. Так. Поклонимся святому Господу Иисусу. Ну, написано, ничего не прочесть, короче. Непонятно, не могу разобрать. Шрифт такой, никакой, не поймешь какой. Понятно, что ничего не понятно. Вот Игнатий Тихонович говорит, я вот, конечно, не специалист в этом, но говорит, на старославянском храмах, ну как бы зачем, говорит, читать, когда никто ничего не понимает. Стоят, говорит, ничего не понимают. А так действительно я подумал. А почему бы? Ну как бы на... Не на старославянском, да, читать. Чтобы понятно было, о чем там говорится-то. Тоже так было бы интересно. Ну, вот это... Он метр, конечно, величина, может так говорить. Я, конечно, не эксперт в этих делах. Так, где тут? Надо обойти нам. Какой крест. Что-то я не помню, чтобы я был здесь. Не бывал я в этом храме. Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и добежат от лица его, ненавидящие его. Так, во славу святой, единосущной, животворящей нераздельной Троицы Отца и Сына и Святаго Духа, построен сей храм Рождества Христова в 1781 по 1787 годах архитектором Егоровым, полностью разрушен в 1974 году. Вновь, а заметьте, мягкий знак-то так вновь увеличит. Что такое? Сосульки упали. Там ли еще будет? Так. Вновь построен при Святейшем Патриархе Московском и вся Руси Кирилле при Высокопреосвященнейшем Версонофии митрополите Санкт-Петербургском, Ладожском стараниями ктитора Вячеслава Заренкова, ктитора Патрея Андрея Щербана и других добрых христиан. В год от сотворения мира 7528 от Рождества Христова в 2020 году. То есть, видимо, был разрушен и вот воссоздан. Ну вот видите, я его разрушенным-то не помню, а вот воссозданным смотрю. Так, приглашение принять участие в первой благотворительной весенней ярмарке на «Все растеклось», «Вода», «Дождь» 28 апреля на территории храма Рождества Христова на Песках. Для реализации принимаются авторские сладости, рукоделие, вышивка, изделия из глины, керамика, мыло, ручной работы и так далее. Размылось все, вода попала. Ну ладно, зайдем, ребята.
Сегодня у нас, ребята, 5.04.2000, получается, 24-й год, а вот у нас на носу уже света 7-го, Благовещение Пресвятой Богородицы, не пропустить бы праздник. А 6-й это завтра, получается, предпраздничество Благовещения Пресвятой Богородицы, Божественная Литургия в 9.30. И вот воскресенье, кстати, Благовещение, вот, ребята, так что не упустите возможность обратиться к Пресвятой Богородице за помощью, если какие-то у вас волнующие вопросы, Богородица Заступница наша, помолиться. Вот обязательно воскресенье 7 апреля. Ну ладно, я пошел на обед. Тут у меня недалеко машина припаркована, там вот не там, а в другой стороне. Ну, в общем. А вот сейчас, ребята, я вам покажу, значит, вот храм, где мы были. А вот указатель, где моя машина припаркована, вам укажет знак креста. Там лики смотрят, а не лица. Найди его, врача креста. Я писал стихотворение такое, вот там видите купол вдалеке. Больна душа, но излечима, есть лекарь, Бог его зовут. У каждого он знает имя, к нему медбратья нас ведут. Найди, та есть у нас больница, тебе укажет знак креста. Там лики смотрят, а не лица, найди его, врача Христа. Вот видите, там вот эта церковь, это грузинская православная церковь. Вот там я поставил на территории. Вот это сколько тут идти мне? Два квартальчика, ну вообще-то, наверное, сначала мы сюда и потом налево, да, потому что здесь можем не пройти. Видите, вот так немножко начинаю ориентироваться в этих вот улочках, проулочках. А то приехал, кружу, не могу понять, да где же. Понятно, знаете, приедете там в ресторан, ну вот вывеска, все понятно. А здесь как бы парадная, простая, дверь тут одинаково, здесь одинаково, все одинаково. Знаете, и вот ищи свищи. Ну, нашел, слава богу. Все. Сейчас главное это немножко откушать. И можно возвращаться, потому что заказчица придет пораньше. Надо и мне быть раньше. Ну, я и так за час обычно переодеваюсь уже, за час готовность у меня. Ну, а тут надо за полтора, за два. Ну, за полтора, ладно, что там за два. Вот, пока столы двигать будут, шуметь, это я не очень люблю там, когда начинается эта вся возня. Перед банкетом там столы двигают, шумят, орут. Так, ну вот она. Лапландия будет у нас прямо по курсу. Вот я на телефон снимаю, на свой тапочный 45-го размера. Вот. Вот она, Лапландия будет здесь. А пока я тут кружил, смотрю, эвакуаторы. Три штуки, по-моему, летят. Сначала ДПСная машина. Потом три этих летят. Ну, думаю, бизнес идет, хорошо у них тут. А у меня в планах не входит обогатить кого-то из них. Поэтому я так все время где-то уголочки нахожу себе. Но, знаете, не всегда получается. Помните, как в Гатчине меня увезли? Но это совсем другая история. Так, ну вот этот храмик. Когда-то снимал я его уже здесь. Так, ну вот все. Местечко освободилось одно, но я не буду уже перепарковывать, потому что, в принципе, здесь, я видел, оставляли машины. Тут как раз у входа, вот в храм. Тут два вот места освободилось, может перепарковать, но в принципе не думаю, что не надо. Вот у меня здесь я брал 6, один я съел с чаем с утра. Значит, 2 с картошкой, 2, о, вернее, 3 с картошкой жареные и 3 я брал с капустой печеные, не жареные. Вот сейчас, конечно, жареный хочется с картошкой. Ну, я вам не буду показывать, как я сытно жую. Я просто покажу, насколько они хороши. То есть это вот прямо как по-домашнему. Тут столько кладут начинки, что вот нигде в Петербурге я больше
Нет, вру, есть еще такая, может, сейчас и нет. Сейчас скажу, это где-то в Петергофе. Вообще обалденно, там тоже такая, типа столовочки такой. Там выпечки столько много разной, там тоже обалденно. Так что есть такие места, их нужно просто знать. Приятного аппетита мне и всем доброе утро, кто только проснулся, всем добрый день и приятного аппетита, кто обедает, всем доброго вечера, кто отработался и уже сидит с кружечкой горячего чая, и всем доброй ночи, кто ложится спать. Не переключаемся, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем, как это обычно говорят люди, я не говорю, потому что, ну что говорить, как там этот Андрей или как его там, деревенский блокнот, подписывайтесь, если хотите. Ну на тапок снимаешь, что там подписываться, на кого, что ты там несешь, камеру купи нормальную, купим, ребята, купим. А вот и тапок, а вот и тапок, и тапочник. А вот такая красота в зале стала. Так, ну вот, снежочек выпал. Ребята, погрузился я. Такой вот баул. Все тут же. Здесь у меня получается сумка, две сумки с ноутбуками, коммутация, костюм и звук. Ну, этот аппаратик, короче. Еще удлинитель, ну, три удлинителя, короче. Поэтому такая история. Все. Мобильно, и это все очень удобно. Время где-то 12. Идет снежочек. Вот сейчас поспешу, там ворота, наверное, закрыли. Ну, бабушка там добра в тот раз открыла. То есть просто показать вам погоду. Вообще просто, ну, погода так с весны в осень, с осени в зиму, и вот так что-то все происходит. Поэтому постоянно меняется. И вот такая слякоть сейчас. Ну, в принципе, не сильно много снега, поэтому не переживаю. Вот. Оно так-то герметично все. Поэтому... Там еще на всякий случай в полиэтилен еще это, пакую этот аппарат. Но весь он исхудал, скажем так, прохудился. Надо заменить. Вот сейчас туда прямо и налево. Такие дела. Всем хорошего настроения, доброго вечера. Все прошло прекрасно, шикарно. В общем, даже чаевых, так скажем, 500 рублей положил золотой человек. Ну, все прошло хорошо. Веселая компания, добрые люди. Веселые, самое главное. Бывает ведь совсем уныло сидят, а тут ничего, тут прямо... Прямо как москвичи себя ведут. Москвичи обычно так. Я в Москве работал, но знаю. Там, как говорится, ты им два слова, а не 10. В Петербурге наоборот. Ты им 10, а не тебе 2. Такая математика. Ну ладно, разглагольство. Надо добраться, да, погрузиться, да, поеду. Замело, блин, все. Сугробы. Ворота открыты, ребят. Слава богу, сейчас быстренько я выезжаю. Алсу, что-то в этой песне есть.
пирожки в машине, тут в центре с парковкой это проблема. Седьмая советская, я на пятой там в Лапландии работал, там местечко забронировал однажды при храме, вот там паркуюсь уже, спасает этот островок. И здесь рядом тоже есть, но они такие, в общем, заплутал я, что-то тут не нашел этот, куда хотел сунуться, но там занято. Два места нашел, но одно занято, другое не нашел, короче, заплутал, поехал уже туда, ладно, на старое место. Значит, наступила зима. Ох, ничего не случилось. Просто наступила зима, зима. Ты мне приснилась, я все придумал сам. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Я для тебя не погасил свет в одиноком окне. Это все приснилось мне. Как я себя постриг вчера, как по пятибалльной. Ой-ой-ой, начало в 6, время 3:30, надо сейчас покушать, скажу, покушаю. Значит, наступила зима, может, помешали метели. Может, предрассветная мгла. А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы наступила весна. Я все придумал сам. Она тихо опустилась зима, зима, зима. Я для тебя не погасил свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось. Нет. Это все не приснилось, ребята, и все явь сегодняшнего дня. Поработаем немножко. А потом, может быть, включим стрим вечером, если желание будет. Ну, в общем, сложно сказать, прогнозировать. Поэтому, друзья, вот так вот себя постриг. В третий раз сам себя стригу. Ну, как сказать, непонятки, конечно. Хотя, что непонятки-то? Нормально. Там плешь он тот. Ну, это годовое. Это возрастное. Вот так вот, ребята. Зима, зима, я на себя не погасил свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Да что ж, опять не попал. Как найти эти полутона? Помните, Яковлевич Розенбаум, Александр Яковлевич поет. Как найти эти полутона? Или как поймать эти полутона? А не надо ничего ловить, ребята.